уже потусить, когда мне нужно. Нет, она не так. Это было солнечное. Сегодня, 11 декабря 2016 года, я закрываю пляжный сезон. Прощай, пляж и море. До следующего года. Не только люди, кошки, ну и собаки пришли тоже погулять по пляжу. Такое ощущение, что сегодня весь город приехал на пляж. Подышать воздухом чистым, посмотреть на море. Попрощаться с ним до следующего года. Сегодня тепло, солнечно, очень хорошо, прямо как весной. Даже не верится, что сейчас у нас декабрь.